Реализация в Чувашии фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной промышленной продукции, незаконная заготовка и оборот древесины, безопасность пищевых продуктов и напитков – эти вопросы обсудили на заседании специальной комиссии, которую провел глава республики. Борьба с контрафактной продукцией – задача, решить которую можно усилиями всех заинтересованных сторон – и органов власти, и правоохранителей, и, главное, тех, чья репутация страдает в первую очередь, отметил глава республики Михаил Игнатьев. И здесь, конечно, сами производители, сами бизнесмены, там бенефициары, исполнительные директора, конечно, должны официально обращаться. Одежда нефабричного производства с использованием логотипов известных торговых марок, пиратские диски, нелицензионный алкоголь и некачественные продукты. Такого добра на рынке контрафактной продукции навалом. Чтобы не допустить их попадания на прилавки, Министерство внутренних дел Чувашии ведет активную работу по противодействию распространению контрафакта. Всего по итогам 2016 года в сфере борьбы с распространением контрафактной продукции различных наименований Министерство внутренних дел по Чувашской республике выявлено 47 преступлений и 32 административных правонарушения. Из незаконного оборота изъято более 6200 литров спиртосодержащей продукции. Многочисленные нарушения при обороте молочной продукции выявлены в торговых сетях «Магнит», «Пятерочка». По информации Управления Роспотребнадзора, по фактам выявленных нарушений наложено 130 штрафов на сумму около 2 миллионов рублей. Нередки случаи, когда левую продукцию под известными марками предприниматели поставляют в детские сады и школы. Глава Чувашии потребовал усилить контроль в этой сфере, а информацию по результатам антиконтрафактных проверок придавать широкой огласке. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.